Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с создателем эфириума Виталиком Бутериным. Согласно Cointelegraph, Путин и Бутерин обсуждали применение технологий в стране. Президент поддержал идею создания новых деловых отношений в сфере блокчейна. Первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов сказал, что Путин с энтузиазмом относится к идее строительства новой цифровой экономики в стране.